Всем привет! У нас сегодня 4 апреля. И вот так вот у нас идет снег. Вот. Вот такая вот у нас погода. Вот. Я бы не сказала, что она ужасная. Как-то вот на улице тепло. Плюс один. Вот. Микулечке у нас дома жарко, поэтому он вот выходит на улицу и вот ложится там вот и спит. Даже домой вот не хочет идти, ему дома очень жарко. Его надо постричь, а постричь холодно, он на улицу бегает. Вот так вот выйдет на улицу, ему на улице комфортно, хорошо. Вот, да, Микулечка? И вот, если там слишком уже мокро, он это ложится на лавочке под крышу возле бани. Вот, а домой не хочет идти, ему дома жарко. И вот бегает чудо. Фу, фу, фу. Ай, хорош. Фу, ай, молодец, Дима. Фу, фу, все. Вот. Я сейчас нахожусь у себя в теплице. Начала делать вот грядку теплую. Вот, хочу все-таки я на эту грядку посадить огурчики. Вот. В общем, и мусор сюда вот принесла разные всякие. Вот. И, в общем, сейчас я поставила, значит, вот такой обогреватель сюда. Вот. Он такой слабенький, но немножко, чуть-чуть тепло будет. Но я хочу показать редисочку. У меня, значит, здесь под пленкой в этой грядке растет редиска. Вот. Я ее посеяла в воскресенье, 31 апреля. И она буквально у меня на следующий день, значит, зашла. Вот у меня сейчас, значит, здесь 5 градусов. 5, по-моему. Нет, 5 нет. 3. 4, до 4 доходит. Вот. Я сюда ложу градусник. Вот. Ну, редисочка вот растет. Вот. Вылазит редисочка. Я бы сказала, неплохая. Вот. В общем, по всей грядочке. Вот. Вот так вот. Редисочка хорошенькая. Вот. В общем, редисочка есть. И по краю я посеяла цветы, но цветы еще не вылезли. Вчера вечером набирала, значит, вот в эти баклажки горячую воду. Вот видно, она от горячей воды, от кипятка вот так вот сузилась. Вот, я, значит, ставила вот эти баклажечки, даже вот не мытые, набрала. В общем, ставила вот эти 4 баклажки вчера вечером под пленочку. В общем, в тепличку под пленку ставила, чтобы немножко было тепло. Я не стала заносить уже вечером, поздно было вчера обогреватель. Вот, ну, в общем, ну, вот ничего, она хорошо так растет у меня. Редисочка, я бы сказала, неплохо. Было даже 1 градус. Был 1 градус там. Даже ночью я одну ночь вставала, приходила, смотрела. И вот она плюс 1. Ничего, вот редисочка нормально стоит. Хорошо себя чувствует. Вот, ну, в общем, вот так вот у меня тут растет редисочка. Я сейчас в курятнике и хочу показать, значит, своих молодочек. Я купила 10 штук молодок. Вот они уже освоились. Брала я их в понедельник. Ну, что-то они все в кучке как-то как столпились. Стояли всегда в кучке. Вот. Но сейчас вот чувствуют себя как дома. Даже вот я открыла. Даже вот они выбежали. Вот эта молодочка. Вот. И вот эта молодка. Вот. Вот они прям уже бегают. Освоились. Потому что у меня куры старые. Я, значит, их года 2 или 3 их как не покупала молодых. Вот. В общем, у меня курочки уже старенькие. Все им по 3 года где-то. Вот. Я решила в этом году приобрести 10 штук. Вот таких молодочек. Вот они бегают. Вот я говорю, уже освоились. Козюлька пошла в сарай. Там знает, что там лежит сено.
Сюда я сено не заношу. Я занесла сюда сено, а они у меня, в общем, все это сено расковыряли. Все мне на пол его уронили. Вот, вот яйцо. Пока одно, не знаю. Вот. Яичко. Вот такие гнезда у нас. Вот. Вот так. Здесь у меня клетка для самочки. Это вот домик. Она у нас должна скоро окролиться. Поэтому я заранее ее пересадила вот в эту клетку. И две самочки у меня еще там, с той стороны, в клетке сидят. Я сейчас немножко почистила. Ну, собственно-то, тут чисто было. Вот. Ну, в общем, я немножко почистила, чтобы чистенько было. Поставила воду, все время разливает. Нужно сделать кольцо. Здесь тоже у нас зимой в этих клетках не сидели кролики, поэтому мы ничего здесь не делали. Вот, ну, в общем, вот сюда я посадила нашу самочку. Вот, там вот в углу поставила водичку. Вот водичка стоит, надо как-то укрепить, то она все время разливает, потом, значит, это сидит без воды. А здесь у нас, здесь я посадила самца, это, правда, тоже клетка для самочек. Вот, ну, в общем, у него болели ушки, он у меня сидел зимой в сарае, в клетке, но сейчас уже тепло, я его, в общем, решила посадить сюда. Здесь места побольше, у нас кроликов мало, пусть здесь сидит. Вот, ну, в общем, вот так вот курочки мои бегают. Вот, молодочка вышла, ловит кого-то, снег, наверное. Вот таких вот молодочек 10 штук мы купили. Вот. Вон еще одна выбежала. Вот. Я жарю, значит, пирожки. Это пирожки с картошкой. Еще поставила, у меня тут косточки стоят, варятся. Вот так вот у меня кипит. Это еще у меня от козы осталось. Это уже вот последний, можно сказать, кусочек. Последняя косточка. Я хочу сегодня сварить борщ со свежей капустой. Мы купили капусту. Ну, вот так вот он у меня варится, этот бульончик. Ну, вот так вот. Ну, сегодня у нас будет борщ и пирожки с картошкой. Ну, вот я налепила. Вот так вот я леплю. Вот картошечки у меня уже мало осталось. Вот, и тесто у меня сегодня такое хорошее получилось. Я много дрожжей положила. Ну, в общем, тесто отлично. Пирожки очень вкусные. Мои сидят уже там, чай пьют. А я вот жарю. Вот. Я навела немножко порядок. Спустила все свои баллоны, банки. Потому что мне совершенно некуда складывать посуду. И, в общем, я освободила. У меня не было клееночки. Я просто постелила ткань на полочку, чтобы было, ну, более так эстетично и чистенько. Вот. Ну, в общем, вот с этой полочки я все убрала. И вот так вот поставила. У меня теперь тут сковородки, чашки. Ну, в общем, посуда. Посуду поставила. Мясорубку там поставила. И вот новые три баночки. В общем, мы почти все доели со своей консервацией. Вот у меня, здесь у меня стоит гриб чайный. Все, я его никак... перебирала банки и увидела, что он стоит. Вот столько у меня осталось консервации. Мы почти все подъели. В общем, там огурчиков 3 баллона, компотика несколько баллонов. Вот. И здесь у нас вот салатик очень вкусный. Мы вчера открывали со своими вот огурчиками, помидорчиками. Вот такой вчера. Ну, очень вкусный. Что-то мы почему-то не ели. Ну, мы вчера попробовали, открыли. Очень вкусный прям. Вот. Вот столько у нас осталось совсем немножко. Я думаю, что мы до лета это все подъедим. Вот. И, в общем, будем, ну, снова консервировать. Ну, на этом все. Пока-пока.